Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Hard World. Да, вот сейчас мы нашим маленьким кланом и еще одним пацанчиком начинаем родить вот эту вот базу. Так, ребятки, рассасываемся. Так, сейчас чекаем дома, где тотем находится. Мы можем либо по фундаментам идти. Какой по фундаменту? Поверху пойдем. Поверху пойдем? Ну да, ладно. Фундаменту не вариант. Ну ладно, тогда поверху. Так, что у них... Подождите. У него при... этот... Артём, смотри на мой кадр. Видишь, у него недостроен. Сейчас, погодите, пацаны, 5 секунд. Там сверху можно увидеть, что у него недостроено, походу. А, знаешь, да. Сейчас перепрыгнем. А, стоп, подожди, откуда мы перепрыгнем? Вот отсюда? Да. Слушай, да, можно трамплин зафигарить? Мы сейчас трамплин зафигарим. Да погоди, помолчи ты, помолчи. Мы знаем, братан, магии нет, вот за него племянник играет. Короче, сейчас мы построим просто этот, как его, и запрыгнем реально на тачке. Мы просто один слой пройдем, там два слоя. Ну, если трамплин, то только на моей машине, у меня легендарный джок. Так, а у нас тоже у нас легендарный. А чекни, у нас вообще легендарный? Да, да, вроде да, сейчас посмотрю. Нет, у нас не легендарный, он тянет меньше. По-моему, нет, я быстрее ехал. А, да, да, у нас на 900. Артём, машина готова. Так тотем, надо трамплин построить, чё машина готова? Вы реально даун, я говорю, я не могу над вами, все. Да, тут... А, у него, стоп, у него... Сейчас я по стенкам посмотрю, как у него здесь по стенкам идет. Так, ну, у него там... Утоните дерево, братцы. Вот здесь у него там не видно. Так, стоп, что у него по дверям вообще? Вы еще двери чекали? А двери вообще нету. Да ничего ты не прочекаешь, там слишком близко, ну, далеко точно. В середину надо будет бить там все. Нужно по фундаменту пойти. Нет, мы не пойдем по фундаменту, малой. Мы просто перепрыгнем внутрь и будем рейдить через крышу. Только надо узнать, где тотем. Просто... А где открыто? Нигде не открыто. Сверху крыша открыта. Пацан, все, тихо. Во-первых, у нее дом на два тотема. Или на один. А, не, на один ровно. Ровно на один тотем. Вообще шикарно. Ну, смотри, он строится тут как-то из нормальной синьки, из уродской синьки. Ну, то есть из топовой синьки, из нормальной. Так. Вот эти заборы вообще адовые. Когда мы их поставили вокруг базы, они просто сносили все живое. Ну, то есть к нему присосешься, к нему подойдешь, и все, ты труп. Ты просто уже не выж... О, у меня дурная слава начала спадать. Точнее, стала дурная слава, было вне закона. Мы когда базу отбивали, вот мне с того момента вообще не спало. Погоди, я сам, погоди. Ну, плюс мы с Никитосом еще махались. Ну, давай, я пошла. Так, да, делай только нормально, чтобы мы залететь смогли с первого раза. Запрыгнем с первого, видишь? С первого, может, запрыгнем. Мне надо было выше брать. Да не, нормально. Смотри, там далеко еще идти. Склон слишком, смотри, прям. Бум. Миш, там далеко еще идти, сам посмотри. Нормально, давай, нормально. Да, сейчас он зафигарит, сейчас зафигарит, точнее, постройку, все будет зашибись. Шире хотя бы. Да не шире, на тачке залетит. Вы мне ныли в тот раз, блин, плакали, что типа не широко. Так он залетит на тачке. Они такой же себе подъем строили у себя на базе. У его тачки будет прыгать, у него легендарный движок. Так что сейчас. А, у нас не легендарный, у нас синий на 900. Я взял легендарный, его. Да я знаю, что ты взял, он сказал, что на ней будет прыгать. Так, Скорпион, в упор так не подходи, а ты ему сейчас будешь мешать. Да я к нему перепрыгиваю на машине. Да зачем? А, ну хотя ладно. А, разница. Ну вообще никакой, в принципе. Ты скосишь, спорим? А, он дверь я поставил. Знаю, попробую. Вот это вот не надо пробовать. Вот если ты не скосишь, то давай. Просто... Давай. Попробуй, нет, просто, вот. Смотри, попробуй прыгай просто заехать сюда. Просто, да. Давай, заезжай. Прыгай с ним, ты не пробуешь. Сейчас, все, окей. Я с четверкой наверх заеду. Никуда ты пока не заедешь, успокойся. Не четверка прыгает. А кто? Все, сиди молча, погоди. Пацаны, слезьте с трамплина. Пойдите. Заехай сюда, просто заехай, подъехай ко мне. Подойдите просто сейчас, немножко разгону и залечу, а? Заехай сюда просто, вот сюда заехай. Чтобы ровно назад ехать. А этот, уйди. Все, мы уже не зимуем с тобой. Ладно, оставь, блядь. Вот видишь, примерно. Ты вот, чтобы ровно ты заехал, тормози. Во, во. А теперь аккуратненько давай назад. Не мешайся ему, малой. Да я говорю, Миш, ты еще встал. Погоди, ты завис, говорю же. Да и вот ты не говоришь, что ты завис. Прикинь? Не говорю, ты рядом сидишь и не говоришь, что ты завис. Не, ну понятно, моему же мозгу. Что я вот встал, как вот дебил. Все, давай, давай. О, еще присоединился один чел. Все, нормально, давай. Тормози, перелетай. А, все, вы перелетели. Так, тэпаемся на четверку. Тэпайтесь на 4К. Суки, блядь. Не, стоп, подожди, я не тэпаюсь. Че, в смысле?
Че, суки, сразу? Да, потому что у него ник легкий. А смысл? Я за детонами полечу, а потом и на тебя тэпнусь. А какая разница? Я на тебя потом тэпнусь, у меня откат 5 минут будет после мы хома. Мы сейчас с тобой пока-то пропиздим. Так ты прочекай дом, а я на хом тэпнусь. Чего? Стоп, стоит нет. Че ты, блин? Ты че? Так, в общем, все, продолжаем. Сейчас я тэпаюсь на четверку. И мы начинаем бахать. Ребята, тэпнулись, обсудили, посмотрели. Ну, так как у чувака нет дверей, то будем бахать по этим, по потолкам просто. Два потолка бахнем и все. О, извиняюсь, да, сейчас, да, тут я забыл микрофончик врубить, поэтому немножко пробежался без записи. В общем, сейчас мы будем бахать по потолкам, ну вот именно по этим, не по вот этим, потому что на один такой потолок нужно 9 сих. 9, на обычный 5, на этот 9, на зеленый вроде или 7, либо 8. То есть, на, ну вот на супер, ну скажем так, на топовый ультраниум, на топовый 3 минуты, ё-моё. Он тэпался на тебя. Он тэпался на тебя. Ладно, сейчас, в общем, через 3 минуты он придет, и мы продолжим. Так, в общем, все, он на нас тэпается. Все, топ. Бросай ТП. Так, сейчас. Мы пойдем тупо через центр, потому что, скорее всего, у него даже второй этаж. Где? А, все. Да, вот F2. Так. Погнали. Готовься. Так, куда ставить? Давай сразу. Я палю по. Так как сейчас четверка сидит рядом со мной, потому что мы живем в одном городе. Плюс он мастер, который забивает мне татуху. Поэтому он сидит сейчас, так мы живем, скажем так, в паре остановок друг от друга. Он сейчас сидит у меня в гостях. Поэтому запись идет в один микрофон. Шесть, нет, тупо. Ладно, вот сюда вот бей. Давай, давай. Так, смотри, Скорпион, нет. Отойди. Скорпион, смотри, ты сейчас улетишь. Отойди отсюда. Я отхожу. В угол отходи. Так. Не, надо по две сейчас бахать будет. Сейчас по две будем сихи ставить, потому что это синька. Ну сейчас, в смысле, сейчас две поставим после она этого. Она не топовая, кстати, синька. Она не топовая, кстати, да. Че он выкинул? Кто? А, это мясо тухлое, наверное, скидывают ребята. Как меня радует этот пиви. Особенно меня, когда я один, у нас рейдер. Да. 4 получается тогда входит. Да не факт, она может не бахнуть. Тут мы с тобой, помнишь, бетон бахали железный? Они, походу, сейчас за 4 сихи взорвет, да? Ну посмотрим сейчас. Я сейчас залечу, посмотрю, если что, у меня 6 сих. Так, стоп. Да. У него буферки. Но я предлагаю чисто пол бахнуть. Дальше иди. Буферка. Ну да, я знаю, в смысле пол дальше бахать. Так, тихо. Спускайся вниз, я потом не спущусь. Получается, спускаешься, потом по сихам забираешься наверх. Да, кстати. Не, слишком. Тихо. Все нормально, не переживайте. Просто мышка слегка. Одну чуть-чуть ниже. Новая. Да, мышка новая, и тут три режима. Можно один за три идет. То есть на левую кнопку нажимаешь, и сразу происходит три выстрела. Вот она у меня случайно переключилась. Так. Вот так, да. Ну ладно, сихо не бахнет. Не бахнет. А там она уже, видите, потрескалась. Она уже потрескалась, так что сейчас. Спрыгивайте все, отойдите. Все нормально будет. Да. Все нормально будет, прыгайте в котел. Все такие рабочие. Главное, чтобы я запрыгнуть успел. Вот почему. Я так один раз уже. Отходите. Так, стоп, 5 секунд. Нет. Еще одна. Так, еще как раз еще остается 3. 4. 2 остается. Так, сейчас метеорит убьет. Кросс-рейдс. Это у нас КП. КП. Так, ящик. Чела, стоп. Вот ты твой. Погоди. Залутай ящик. Лутай ящик. То, что железом закрыто. Посмотри, что в ящике. То и бьем. То, что железом. Ну зашибись. Че там? Ничего, ну не говори ты в этот мир. Мы тебя слышим, ВРК. Погоди, Артем, он мясо тут.
А, все, понятно, что смотри. Дальше, по железу идти будем? Да, сейчас по железу пойдем. Закрытые это двери. Да, сейчас по железу пойдем. Смерть, да пусть малой ставит, алло. Малой, ставь две сихи. На одну. Смотри, ставь сначала одну на одну стенку. Вот на, а стоп. На вторую на противоположную? На противоположную ставь. Вот на эту, да, и на ту. На эту? Нет, справа. Вот эту справа. Стенку. Да тихо, не орите все. Стоп. Снимай эту сиху. Сиху снимай. Нажимаешь ее, чтобы она пропикала, и еще раз потом зажимаешь. Все. Вот справа от тебя и слева ставь на эти а две вот стенки. Эту? Кто стреляет? А, понятно, тормози, погоди. Или эту. Вот, на, и на противоположную, на противоположную. Сзади. Да, сзади. Да все, он понял. Он понял. Все. И врубай обе. Ты сейчас помрешь, просто потом тэпнешься на нас. Врубай вторую, только успей. Все. Отходите. Он умрет, ходит. Отходите. Помогите! Минус два. Пока не прыгайте. Там тем более толку нету. Сколько сишек осталось у вас? Нет? Нет, еще надо бахать. Еще бахать надо сихи 2-3 брать. Блин, жалко, ты не взял. Я могу полететь. Сейчас, ты слетаешь, и сейчас. Одиссейка, возьми тоже две. Я лечу. А, сейчас четверка слетает. Не надо, Одиссей. Четверка слетает, и ты слетай. У тебя потом как я раз. Я уже. А, все, окей. Так, скорпион, ты подумал. Да вижу. Все, давай. Так, сейчас я кое-что прикол сделал, смотри. Ай, блин. Кто-то на улице стреляет. Нет, да? Да пусть стреляют. А, ГВ, о, да. Кто-то там пишет, да. Кто-то, а, НТГ. О, барабашка зашел в контру. Красавчик барабашка. Правильно. Красава. Так, что-то ПВП. Ты уверен? ПВП даешь. Да подожди, ты что, какой ПВП? Мы рейдим. 2-2, их двое, знаешь, зашло. Да зачем ты пишешь? Да начхать, они же не знают где. Ты же мы не будем ТП принимать. Так, сейчас, в общем, через 3 минутки он тэпнется, и мы продолжим. Сих, так, в общем, все, продолжаем. Ты... Одиссей, теперь все, ты смертный. Все, мои сихи на исходе. Так, а где сихи? Кто сихи подобрал? А, понятно. Я не знаю. Кинь ему, что ты забрал. Одиссей, забирай. А где сихи его две? У меня. А, все, окей. Ставь, короче, стоп, погоди, куда? На противоположку, так же, как и это. Так же, одну вот сюда только. Ставь, да. Вот эту одну сюда, и все. Сейчас фундамент, тем не более... Не туда, в другую сторону. Разве? А если поставить на вот эту стену, оно не взорвется? Да, все, туда. Все правильно. Оставляй. Стоп, подожди, пропиши хом, ТП на кого-нибудь пропиши. ТП Одиссей. На меня. На четверку пиши ТП и ставь сиху. Тебе надо, тебе 10 секунд, поставь сначала сиху, а потом пиши ТП на четверку. А потом будешь заводить. Ставь сиху. Давай, принимай. У нее 10 секунд. Рано. Нет, нормально. Разница, она 10 секунд бахает. Отойдите все от центра отойдите. Он успеет, мне кажется. А он сейчас успеет. Тихо. А, там второй слой. Ну это нормально, что ты хотел, потому что не даун какой-то. А он сейчас тэпнется. Он после смерти тэпнется сейчас. Ну я могу вам только 4 детона предоставить. Да нет, у нас есть сихи, успокойся, у нас 72. Как бы предусмотреть. У нас все нормально. Да, с сихами все норм. Так, две надо на железку, да? Получается. Погоди. Не, я просто сейчас смертником пойду. А, ну иди, я тебе дам. Есть, на. Две сихи давай мне. Или ты прям туда уже скинул? Одну я тебе дам. Так две сразу. Я смысл мне просто умирать. Тогда ставь одну в одну сторону. А там и вторая стена. А, вот, сиха. Смотри, вот одну я сюда, вот, да. Отойдите от края, чтобы чуть погоди, не упасть. Погоди, вот еще тебе еще одну. И одну на другую, которая более разбита, да. Так там вторая железка. Погоди, ставь. Все. Так, стоп. ТПР. 4К. Погодите 5 секунд. Принимай ТП. Принимай ТП, погоди. Все, он принял ТП. 10 секунд у меня.
Не успеешь скатиться. Не успеть, а убить. Я-то все рассчитываю, в отличие от вас. Так, тихо. А, железо целое, а там... А там синька идет. Все правильно, идем. Так, давайте еще одну синьку. А, нет, стоп, я не тэпнусь. Кто у нас еще ТП не кидал? Да ладно тебе, успокойся. Ты так делаешь, как... Я, как вы рейдили, ладно? Я не кидал КП. Тихо, тихо, 5 секунд, все молчать. Я мёд. Все... О, я не забуду. Тихо, тихо, помолчите 5 секунд. А как ты... Миша почему-то помер. От постепенного, видать, урона. А, да. А он от этих колючих. А, да, от постепенного урона. Кто еще ТП не... Одиссей, что у тебя с ТП? Ты не подходите, вы в угол. Так, ставь на железку. Ставь, вот, лови сиху. Ставь на железную стенку, вот которая справа. Вон справа сиха. Справа сиха и справа железка. ТП на меня прописывай сначала. Вот, сначала пропиши ТП. А, потому что... Вот, я у тебя ее принимаю. А. У меня 3 минуты, у меня возрождение здесь. А, ну все, бахай тогда. На самую больную ставит. На самую, так мы самую эту и ставим, вторую, которую бахали. Спрячься, не знаю. Ага, спасет. Да, какая разница, там умри синька. Красиво. Так, отойдите там лучше. Там синька будет. Я... А, там вторая стена идет. Смотри. Смотри. И там верстак. Погоди, Артем, прыгай, все стоят. А, один верстак. Все. Ну они ладно, фиг с ним. Не-не-не-не, здесь знаешь, безопасная Артем, комната. Встанешь туда. Я могу по фундаментам идти. А где у них еще? Где у них еще было? Погоди, я сейчас еще раз так тэпнусь, и мы посмотрим. Мне нужно, чтобы кто-то там стоял. Так, я... Стоп, может, это Миша, Миша, Миша. Да вы что, пацаны, погоди, ты опять... Сейчас Миша тэпнется, и посмотрим. Да, по... Миша, да не стреляй ты. Сейчас Миша тэпнется, куда и посмотрим. Ты упал, что ли, блядь? О, вот и вся животинка. О, кто это такой красивый у нас тут? Кто это у нас такой красивый со всякой хренью тэп? Помер. Да, да, мошки это, конечно, гемор. Да нет, там тотем стоит. Ой, тотем, скажем, верстак. Сейчас Миша тэпнется 5 секунд. А, давай, кидай ТП. Жесткий, конечно. Да не, все норм. А, да, он меня не слышит точно. Сейчас все будет норм. Увижу, ты пиши. Сейчас посмотрим. Ты просто пали в свой экран. В смысле? А ты не написал? Ты ник мой не напутал, походу. Ты... Нет. Сколько? А, все. Сейчас он меньше тэпнется. Да, потому что сейчас... Сейчас, короче, подожди, сейчас он тэпнется. Сейчас мы все найдем, не переживайте. Знаете, заберите ресурс в тачку, перекидай в свою. Так, сейчас. Вон там кто стоит? Прыгните... Красная куртка, следующий и... Да нет, все нормально. Сбоку получается. Прыгни вот кто-нибудь, по одному прыгайте. Сначала один прыгает. Вот, вот кто сейчас первый прыгнул, вот это кто? Одиссейка. Одиссейка. Вот тут стой. Из тебя выйди, вываливается. Артем. Выйди, Артем, и посмотри на Одиссея. Скинь в тачку, я не могу выйти. Я не знаю, где Одиссей. Одиссей, подойди ближе к этому. Вот, вот с этой стороны, там и ящики стоят. Там? Сейчас вот ближе, да, ближе к той стороне встанешь, и чтоб я увидел. Да все, я вижу, вижу, вижу тебя. Погоди, сейчас все будет. Давай, кидай ТП. Я? Да нет, 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 Миша. Все. Отбегай отсюда подальше. Смотри внимательно в экран только. Сейчас мы покажем вам, ребята, одну классную фишечку. Ну как покажем? Не, вот так. Нет, облом. Дабл облом. Вот сюда вот надо, короче, крашить. Вот сюда? В общем, давайте, я тэпаюсь на хом, беру... Где Одиссей, погоди. Беру сихи. Одиссей, подойди к той стороне, где ты был. Он вот тут стоял. Он вот тут стоял, на этой вот. Он где? Вот на этой стоял. Вот где синька здесь. Вот ты... Короче, ладно, я тэпаюсь на хом за сихами. Где Одиссей сейчас стоял? Вот здесь он стоял. Где вот эта синька, да? Бахнута. Все, вот сюда вот ты должен, давай, иди. Все, в общем, я за сишками и скоро вернусь. В общем, я тэпнулся, сейчас мы ребятам сихи скидываем. Так, короче, смотрите, вот вам одна. Ставь на ту стену, как вы хотите, прячьтесь. Если у вас получится заныкаться, и вы не сдохнете, то вперед. В той, да, стороне получается? Ну и что, сейчас ты помрешь и воскреснешь. Смотри, в той стороне, смотри. Да, 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 да. А что сюда бить? Сейчас, короче, а там, короче, ящики стоят. Мы когда тэпаемся, дом просвечивается периодически. Я бы на вашем месте отошел. Но я не на вашем месте.
А я предупредил его. Тотем снесло. Вы сдохли? Это кто? Это друг наш. Все, вы живы. Я могу к вам прыгать. Скорпион, останься на больше трех убивает. Алло, смотри, верстак снесло. Так ты вы же живый. Верстак-то снесло. Так вы-то живы. Вы за синькой спрятались. Скорпион, неслась оттуда. Да переживешь, мы в тебя верим. Отключился. О, красавчик. Мертв, причина гипотермия. Так, сихи. Чего? Я мертв. Да я видим, что ты мертв. Че ты, блин, так. Так. Одну. Да я одну ставлю. Сильно. Смотри, эти вон, ПВПшники предложили нам. ПВПшца 2 на 2, от кабана умирают. Гипотермия, добавь. Что происходит? Тихо. Минус, о, минус Никитос. Так, тут что у нас? Так, стоп, так, надо тихо думать. Куда бахать будем? Нам нужно обратно наверх как-то попасть. Принимай. Нет. Да он все равно туда уже не попадет наверх. Стоп, погоди. Иди сюда в угол. Выходи. Не принимай. Молчи. Никогда мы не будем принимать. Мы внизу валяемся. Принимай, блин. Ё-моё, что за бред? А, сверху, видишь, эту штуку. А, погоди, мы сейчас по сихам залезем. Так, отходи, Миш. Только ставь вот сюда. Вот, я вот сюда и ставлю. Зря, надо было наоборот. Не, нормально. От убытия к прибытию. Ай-яй-яй, почти. Да, лучше по потолкам, если у них потолки открыты. Да я смотрю, у них, да, у них потолки открыты. Да все, все, это фиаско, братан. Я, блин, не знаю, что. Да я что-то тупанул, блин, слегка. Да ё-моё. Так, кто там наверху стоит? Все, как окей. Туда попал? Запрыгнул. Да я прыгаю, я фанатами здесь зарегался, перепрыгиваю, все. Да все, не, это надо по-другому ставить. Да, о, а там жесткий, да, стены ставят, смотри. А там, там нету стен, вот в чем дело. Одиссей, зайди с другой стороны, посмотри, нормально или нет? В смысле? А, в смысле, ну вот ты видишь, а, где дырка? Ну, смотри, вот видишь, у них топ ультраниум. Ну да, и сверху. Ты видишь, что сишку забрал? Да, я сишку забрал. Видишь топ ультраниум? Почему, ну, мне, да, кажется, что там тотем? Не знаю, там топ ультраниум и крыша получается, но буферка и стены, видишь? Да, 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 да. Так, я внутри. А, да, смотри, топ ультраниум. Но это 9 штук. Это 9 штук, это надо, ну, бахать. Извини меня, блядь. Там раз доп, значит топ. А тут тоже вот топ стена. Так я об этом же. А, ну так чё? Да как раз выходит. Тут, понимаешь, тут две он может поставить, стоит. А тут мы по потолку, смотри, он две может поставить. Так я говорю, потолок бахаем. Подожди. Давай, зала. Сейчас четверка. Да, да, четверка запрыгнет. Ты мне легче на меня тэпнуться. Тэпнись на меня. Вот, смотри, я сюда встану, а ты иди в тот угол и тэпайся на меня. Ты пролетишь сквозь. Давай, тэпайся. Погоди, я сишки соберу. А, да сишки потом можем собрать в любой момент. Если сейчас прыгнет кто-нибудь вниз, по ним залазить будем. Никто не будет прыгать, зачем? Ладно, Одиссей, тогда стой там. Сейчас, давай, сейчас. В угол в самый встань. Зайди внутрь, зайди внутрь. Сейчас, сейчас все будет, ребят. Да, так, все, я принимаю ТП. Зайди внутрь за стенку. Так, сих убери, убери на дробаш, да. Смотри только вперед, главное. Я буду палить в его экран. Мы на двух компах играем. Опа, тотем. Все, тотем. Да, тотем здесь стоит. Все. Отсоси, парнишка, ставь ты свои две сихи. Стоит две, а я свои две. Бахай. Несен. Просто изирает парнишка. Все, минус тотем, минус база. Сейчас посмотрим, что мы окупим. Сейчас там начнется. Бдых-дых-дых-дых-дых. Раз, два, три, четыре. И рухнул. А-ха! Тотем. Так, задать точку возрождения. И 6 сих. Ладно, 6 сих. 4 детона. 10. Стоп, а сколько мы потратили? Ладно, пофиг. Мы, в принципе, забрали. А какая разница, нам дома? Да, нам чисто дом отжать. Да, и просто, потому что здесь просто рейдить некого. Так, давайте. Стоп, сихи, молот берем. Это не все, не все ресы. Это не все ресы. Ну, в смысле, вы поняли, да? Это не все ресы. Так, если найдешь что-нибудь, скажешь. Так, сейчас. Ультраниум. Так, это все замечательно. О, слушай, кстати, синька, неплохо. Неплохо. Слушай, ну он конченый. Я прям... Ящик, 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 ребят. Где?
О, вот, одиссейка, ну-ка дай-ка сейчас зачеркаю. Так, пустой. А, пустые. Все прям пустые? Да. Значит, в КП унесли. А, в КП унесли? Да, там еще... Вообще КП следующим будем бахать. Следующим будем бахать КП, ребят. Потому что надо, надо, надо. Стоп, вот печка. Куда биты не сносите сильно? А зачем? Синьку всю не залутаем вверху. Так мы залутаем ее в любом случае, мы можем перепрыгнуть. Тут, во, самое главное, это синька вот эта вот топовая. Потому что она стоит... Вот, у меня уже 900. Там тачка еще стоит наверху. Мы, кстати, еще тачку заберем. На, ну, коллеги нашего, скажем так. Да. О, вот он подсоединился. Ну, слишком поздно, братан. Но тотем, да. Я так и знал, что там тотем, потому что топовая синька. Вот. Ладно, в общем, сейчас мы все залутаем и продолжим. Да, в общем, все, тэпнулись вы на никто хом. Там не собираете. Да. Получилось у нас 72 сихи и 4 детона. У нас было 76. По факту мы потеряли... Ну, так как нам помогали, поэтому как бы мы потратили где-то 15 или 16. Я точно не... Ну, можно пересмотреть, что почем будет. А так где-то мы 14 или 15 сихмов бахали, даже чуть побольше. Вот. Ну, так как я понимаю, на супер-ультраниумный потолок это 4 сихи. А... Стоп. Что за бред собачий? Чё? На супер-ультраниумный потолок 4 сихи. На супер-ультраниумную стену 9 сих. На супер... На обычный ультраниумный потолок 5 сих. Чувствуешь какой-то кипиш, есть, прикол? Есть, кипиш есть. Вот, да. Ну, в общем, рез, вот мы тут синьки немного с ребят набрали, ну, с базы набрали. Да, потому что, почему бы и нет, как бы, нам, ну, она нам нужна. Ну, мы, конечно, базу как бы уже выстроили, да, то есть ее трудно будет рейдануть, если у вас нету. Ну, мы посчитали, вот, топ-стена, вот, от этого вот куска до вот этого, требует где-то 24 или 27 сих. Вот. То есть... Даже больше, порядка, даже 30 порядка. То есть, чтобы пройти вот такую стену вам одну, надо 30 сих. А таких стен где-то 5. То есть, 150 сих, чтобы добраться до тотема. Просто если идти по прямой. А, поэтому, если у вас есть только сих, то вперед. Да, то вперед. Ладно, на этом мы тогда пока что закончим. Найдем сейчас еще парочку новых домов и начнем их рейдить. Естественно, ну, естественно, на запись, куда же без этого. На этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!